Велосипед куб. Я думал, я никогда его не починю. Передний ротор, понятно, кривой там. Тормоза надо настроить, все нормально. Ну, там буквально 15-20 минут, все настроилось, все отрегулировалось. Задний тормоз 3 часа. 3 часа, вот сейчас я записал видео, как это было. То есть, чиркает не верх ротора, а какая-то нижняя его часть. То есть, верх полностью ровный, а вот где-то вот здесь вот, как будто волной. То есть, видимо, очень сильно был зажат тормоз резко. Его весь повело. Верхушку-то я поправил. А вот самый низ, какую-то вот из этих пластин, поправить не мог очень долго. Потому что вверх кручу, вправо-влево регулирую, а низ не могу выровнять. Почистил тормоз, разобрал, там почистил все внутри влажной салфеткой. Пришлось, конечно, как обычно, снимать багажник, потому что все это мешается, сюда не подлезть, ничего не сделать. И вот, наконец, с помощью фонарика просветил всю-всю-всю вот это вот пространство и нашел наконец-то то, что он кривой, только не сверху, а внутри. Вот теперь он наконец-то не чиркает нигде. Слава богу.